Привет, ребята, как бодрость духа? Вы на канале It's My Life, и сегодня у нас с вами немножко ночной влог. А почему? А потому что все таинство случается ночью, и Дед Мороз работает тоже ночью. Мы идем покупать елку. Выбирать. Сначала будем выбирать. Пойдем с вами вместе на елочный базар и чего-нибудь там присмотрим. Вот так он выглядит у нас, там, где мы всегда покупаем себе уже третий год подряд елочку, откуда Дед Мороз ее приносит. Блин, жалко, видео не передает запах. Так бы вы со мной тоже прониклись этим новогодним запахом. Просто глаза разбегаются. И поэтому у меня такая приторможенная дикция. Вот. Ну, идем, смотрим, выбираем, оцениваем, прицениваем. Мне надо 7-футовая, 7,5 где-то, чтобы потолок я хочу. Вот. Хочу, чтобы она была в потолок. Мы всегда такую берем. В общем, они выставлены рядами, все свеженькие, все красивенькие. Сейчас я пойду поспрашиваю цены и потом покажу вам то, что выбрал. В общем, я определился. Вот моя красавица, вернее, наша красавица, которую нам принесет Дед Мороз. Стоит она $100. Ицкай-цкай! И мы ее забираем. Короче, сейчас вот нам ее упакуют и будем ее брать. Thank you. Вот так вот наша красавица приехала домой в машине. Как я вам сказал, все таинство случается ночью. Мы всячески поддерживаем веру в Деда Мороза, сказочное Рождество и Новый год. И вот сейчас детки укладываются спать, и где-то через часик мы начнем наряжать нашу красавицу. И все это вам покажем. Ну, ребята, в общем, Дед Мороз пришел и устроил праздник. Пошло где-то на это время около 2,5 часов, да? 3 часа. Нет, ну, фактически... Ну, 2,5. Ну, когда начали готовиться, так 3 часа, если не больше. Вот, в общем, потрудился он по полной программе. Немножко лестницу украсил. Так, кстати, вот тут... А, горит уже все. Вот так вот даже тренажер украсил. Сейчас мы погасим свет. Это уже Деда Мороза с той стороны океана отвечают. Санки принес нам кататься. А вот это вот всякие новогодние вырезки, это то, что делают дети в школе, начиная с 1 класса. Ну вот. Покажи, какие красивые. Такой вот Дед Мороз затейник. Ну иди расскажи, ты красиво расскажешь и покажешь. Ой, я так устала, как... Ну, котик, ну иди. Нет, я хотела, чтобы ты показала эти самые. Так сейчас покажем. Хоу-хоу, вот это Саша делал. Он сам подписывал даже. Так, а елочку кто делал, зайка? Одну елочку делала Катарина. Катарина. А вон ту Катарину, наверное, да? Так, правильно я понял? Так, пошли дальше смотреть. Вон ту Антоша делал. Что? А, вон же вот еще здесь есть у нас аппликация вот эта вот к Рождеству. Антошка делал в каком-то классе, наверное. Во втором, может, в первом. Там подписано с обратной стороны. Вот эти шапки дети будут носить в ближайшее время в школу. Медведь нарядился. Медведь наряжается каждый день вместе со своими собратьями. Это Маринин медведь самый нарядный. У меня было сложное детство. Мне не хватило игрушек. Поэтому да. Я их собираю и на Новый год наряжаю. Уже
Ну, в общем, как-то так, да. Да. А вот это вот календари шоколадные, которые там дети будут открывать. Раньше было. Ну, это мы там показывали, но еще даже этот лоб не все видели. Потому что он в компьютере лежит. Вот это вот такой вазон, Марина сказала, показать. Дед Мороз постоянно одевает на Новый год. Обычно он в другом стоит. Да. Так, что еще показать? Ну, собственно, все. Вход. Нет. На входе еще новогодняя растяжка. А, сейчас покажем игрушки. Игрушки, которые дети делали. Я уже начинаю показывать. Вот это Катаринка сделала снежинку. Каждый год на Новый год они делают игрушки. Так. Эти игрушки я называю спешл игрушки, они хранятся. Вот это вот снеговик. Сейчас узнаем, кто делал. Это Катаринка делала. 2016 год Катарина делала. Так, поехали дальше. Вот это делала Катарина в 2014 году. В первом классе. Это киндергартен был, там только. Да, киндергартен, ага. Это кто у нас? Антошка. Антошка. Так это прошлый год, наверное. Прошлый год, вот такая классная. Угу. Я не знаю, как показать. Ну, не будем трясти. Все представляют, что он там приспать. Вот это кто делал? Это Катарина Поплавская. Пчела пишет. Ага. Да. А вот еще Катарина. Что-то у Катарины, блин, больше Нового года, чем у кого было, что ли? Нет, подожди, да, еще с ним все. Вот еще Антоша. Это Антоша. Это Антоша, почему-то не подписан. Мне кажется, что это первый год, потому что он совсем маленький. Это Антошин тоже. А Сашкин где? Сашка в прошлом году должен был делать. Сашечкин, вот. Вот он горит. Это такой сказочный снеговичок. Зай, ну как маленькие, да. Они прекрасно сделали. Смотри, он в этих, в берушах, красивый снеговичок. Сейчас я выключу, потому что это самое, что происходит. Потом, вот Антоша. Дед Мороз. Мороз. И так, и еще одна есть игрушечка деревянная. Вот Антошина варежка. Это за 2016 год. Такой вот они варежку делали красиво. Антошины саночки из палочек от мороженого. Вот. А вот нашего птенчика. Снежиночка. Ну вот, это наша коллекция. А вот это вот тоже. Это делала Катарина вместе с миссис Морган. Миссис Морган – это наш учитель, который с детьми, пока у них был небольшой английский, занималась дополнительно английским. Давай попробуем лампу погасить и елку посмотреть, как красиво горит. А ты погасишь елку, надо лампу. Лампу надо лезть выключать. А кто хочет увидеть, как Дед Мороз это все сделал, смотрите ролик до конца. Все, ребята, всех с наступающим Рождеством и Новым годом. У нас, конечно, еще будут новогодние влоги. Но этот вот такой первый. Бай-бай! Подписывайтесь на канал It's My Life и ставьте колокольчик. И вы не пропустите Новый год и Рождество. Котик! Пока-пока! Давай по новому. Бай-бай! Подписывайтесь на канал It's My Life, ставьте колокольчик. И вы не пропустите Новый год и Рождество. А? Хорошего настроения.
What you see is what you get.